Самый экологичный вид транспорта – велосипед в Десногорске очень популярен. Особенно его уважают работники Смоленской атомной станции. По их инициативе в городе создано целое движение, которое организует велопробеги, марафоны и кроссы. Наше велодвижение проводит разного рода мероприятия. Это и велопробеги одного дня, и велопробеги нескольких дней, допустим, с какой-то определенной целью. Может быть, в позапрошлом году мы проводили мероприятие по благоустройству святых источников в 30-километровой зоне расположения атомной станции. Мы посетили тогда 7 святых источников, убрали траву, поваленные деревья, покрасили что-то там, сделали. Потом в этом году у нас планируется тоже большое мероприятие по памятникам эпохи Великой Отечественной войны. В 30-километровой зоне Смоленской атомной станции есть такие места. За памятниками мало кто ухаживает. Вот, и мы планируем сделать тоже двух-трехдневный велопробег, посвященный именно этому. В открытии велосезона 2018 приняли участие более 30 любителей активного образа жизни разного возраста. Маршрут велопарада проходил по всем улицам нашего небольшого городка и завершился на излюбленном месте отдыха десногорцев в скалодроме. Здесь участники спортивного мероприятия помогли молодым атомщикам убрать прибрежную территорию водохранилища от мусора, который здесь скопился после отдыхающих. Я постоянно участвую во всех велосипедных движениях, беру с собой сына. К сожалению, жена сегодня с нами не смогла поехать. И попросили помочь убраться. Мы всегда за чистоту, чтобы нам приятно было здесь находиться. Угу. Это место, это, как сказать, отличительный знак нашего города. Все гости, которые к нам приезжают в весенне-летний период, они обязательно заезжают на скалодром. И хочется, чтобы в нашем городе осталось только положительное впечатление. Мне нравится то, что ребята, энтузиасты, вот Дима Якименко, организуют такие мероприятия, опровергая в последнее время, к сожалению, часто существующее мнение о том, что наш город маленький, скучный для молодежи, неинтересный. И мне кажется, что ребята вот как раз-таки организовывая такие мероприятия, показывает, что самое главное в любом месте найти свое призвание, иметь желание заниматься чем-либо интересным, и везде можно найти, чем заняться, чтобы это было полезно городу и себе. Завершилось спортивное мероприятие чаепитием и вкусным пловом с костра, который приготовили для велосипедистов организаторы при содействии профсоюзной первичной организации Смоленской атомной электростанции.